Всем привет! Скажите мне, пожалуйста, насколько меня хорошо слышно. По традиции мы обычно поднимаем синенького человечка, поднимаем руку, и я тогда узнаю, что вы меня слышите. Ой, привет, дорогие! Сколько вас? Я очень рада. Ну что же, приближаемся к Новому году, да, ну, такому условному переходу, годовому переходу, когда один этап завершается и начинается какой-то новый этап. И обычно в это время у большого количества людей начинается такая предновогодняя горячка, предновогодняя суета. Важно купить подарки, важно завершить все дела, важно как-то много чего успеть, и очень-очень часто в этой суете мы даже не замечаем, как просто погружаемся в эту суету, в эту гонку, а ведь так важно начать вот этот переход и сделать его из осознанности, из состояния осознанности, тишины, глубины, целевого состояния. Вот поэтому я сегодня предложила нам встретиться и посидеть вечером, немножко помедитировать. У кого-то вечер, у кого-то утро, у кого-то день, но тем не менее мы вместе. И как важно заканчивать и начинать день в осознанности. Вот, собственно, поэтому мы сегодня вместе. Ну что, дорогие мои, не буду я долго рассуждать и говорить, давайте лучше делать. Сегодня нашу практику осознанности мы посвятим ощущениям, да, ощущениям в теле и такому глубокому-глубокому расслаблению и получению удовольствия от этого глубинного расслабления, да, когда мы будем направлять внимание на какой-то участок тела, его глубоко ощущать, расслаблять, и на глубине этого расслабления мы будем с вами обнаруживать удовольствие. Ну что, давайте садиться в практику. Самое главное начать ее. Садимся в любую удобную позу медитации. Я люблю сидеть в бирманском положении таком, когда у меня ноги просто свободно лежат на полу треугольником. Можно сесть в полулотос, да, тоже очень удобно. Ну, для тех, кто в нем легко сидит, можно сесть по-турецки, можно даже сесть в лотос, можно подогнуть стопы под себя, сесть на пятки, на голень, тоже такое возможно. А можно сесть просто, поставив свои стопы на пол, на ширине таза, и параллельно друг другу. При этом ставьте сначала пяточку, потом проглаживаем полностью весь свод стопы по полу, опускаем плюсневые суставы. И когда мы с вами сели, важно, чтобы наш позвоночник был вытянут вверх, чтобы спина была ровная, такая осанистая, но при этом не должно быть никакого напряжения. То есть мы расслаблены, но при этом собраны. Собранность спины и расслабленность такая мышечная. Позвоночник от крестца через затылок, через макушку вытягивается вверх. Подбородок при этом слегка к себе направляем, чтобы он смотрел в яремную впадину и просто был направлен туда, да, но не касался. Да, затылок вытягиваем вверх. Теперь плечами делаем проворот вперед, дальше к ушам. И вот здесь вот плечи просто расслабленно
Опускаем. Да, теперь ладошки, которые лежат на бедрах, развернули к потолку. А можно сложить ладони вместе, вложить ладонь в ладонь. У девушек левая рука поддерживает правую, а у молодых людей наоборот. Правая рука поддерживает левую, при этом большие пальцы мы соединяем. Они просто расслаблены, соединены, без напряжения. И вот у нас с вами получается такая комфортная, расслабленная позиция. Можно опираться спиной на какую-то опору, можно опереться на спинку стула, на стену. Да. Самое главное, чтобы спина не перенапрягалась, чтобы вам было удобно, чтобы мы наше с вами внимание во время практики направляли туда, куда мы будем его направлять, и при этом, чтобы слишком много внимания у нас не уходило на телесный дискомфорт, если он будет появляться. Бывают такие практики, когда практики сосредоточения, да, опорные практики, когда внимание направляется на дискомфорт или на боль, но сегодня это не наша задача. То есть мы можем любые, даже неприятные ощущения в теле использовать в качестве опоры. Но мы сегодня с вами посвятим себя другому. Сегодня мы с вами, еще раз повторю, будем направлять внимание в определенные участки тела, расслаблять их глубоко и на этой глубине расслабления обнаруживать удовольствие. То есть мы с вами будем углублять и удовольствие, и расслабление, направляя внимание в какую-то часть тела. Хорошо. Так, сегодня мы с вами, давайте закроем глаза. Закрываем глаза. Размыкаем губы-зубы. Дышим носом. Те, кто может дышать носом, кончик языка на бугорок за верхними передними зубами положили. Нижняя челюсть расслаблена. Расслаблены виски. Расслаблен височно-нижнечелюстной замок. Это место, где крепятся челюсти одна к другой. Мы расслабляем это место, расслабляем виски, они становятся тяжелыми, начинают стекать вниз. Глаза под веками тяжелые, расслабленные. Все мышцы лица расслаблены. Еще больше расслабляем нижнюю челюсть. Если вы носом дышать не можете, дышите ртом. Но тогда язык лежит расслабленный просто. И сейчас мы наше внимание направим на дыхание. Вдох. Воздух затягивается внутрь. И выдох. Воздух мягко выходит изнутри. И внимание только на этом процессе, только на дыхании. Если внимание соскочило куда-то, просто взяли его и вернули на дыхание. На ощущение в носу. Дышим естественно, дыхание не растягиваем, не ускоряем. Вот как дышится, так и дышится. Дышится часто, дышим часто. Дышится длинно, дышим длинно. Поверхностно, значит поверхностно. Как дышится, так и дышится.
И сейчас мы все внимание направляем в левую ладошку, в левую ладонь. Все внимание в левой ладони. На вдохе мы наполняемся, и на выдохе мы расслабляем максимально левую ладонь. И во время этого расслабления и этого выдоха мы ощущаем такое глубокое удовольствие. То есть расслабляем ладошку, ощущаем ее, все внимание в ней. И получаем от этого процесса наслаждение и удовольствие. Потом опять вдох, на выдохе отпускаем все напряжение, расслабляем ладонь и удовольствие, ощущаем новую глубину. Каждый вдох наполнение, выдох отпускание, углубление, удовольствие. Все внимание в левой ладони. Кроме левой ладони у вас больше ничего нет. Сейчас внимание перенесем в правую ладонь. Внимание перетекает в правую ладонь. Левая ладонь как будто стирается. И все внимание в правой ладони. Вдох, также наполнение. Выдох. Отпускание напряжения, расслабление и обретение глубины и удовольствия. А сейчас внимание в обеих ладонях. Охватываем вниманием обе ладони. Вдох наполнение, выдох отпускание, расслабление и удовольствие. Следующий выдох углубление, расслабление и наслаждение от этого.
Если внимание куда-то соскальзывает, или вы вдруг обнаружили, что оно куда-то съехало, ваши мысли, рассуждения, воспоминания, фантазии, спокойненько взяли и вернули его к нашей опоре. Сейчас вниманием охватываем обе руки вниманием охватили, ощущаем руки и вдох, наполнение, выдох, отпускание напряжения, расслабление и удовольствие. Сейчас переносим внимание на нижние конечности, на правую и левую ноги. Обе ноги охватываем внимание. Вдох, наполнились. Выдох, отпустили напряжение, расслабили ноги. И почувствовали, ощутили телом наслаждение.
Сейчас внимание перетекаем на живот. Все внимание на области живота. Вдох, наполнение, выдох. Отпускание напряжения, расслабление и удовольствие. Сейчас переходим на область грудной клетки. Спереди, по бокам, сзади. И расслабляем всю область груди, всю область грудной клетки. Вдох, наполнились. Выдох, отпустили все напряжение, расслабили и прям ощутили невероятное удовольствие от этого. И сейчас делаем вдох, выдох и внимание отпускаем и просто пребываем в тишине, в глубине себя. Ощутите все свое тело, что в нем ощущается, что вы чувствуете сейчас.
И просто давайте побудем в этом моменте и позволим всему происходить. Сейчас давайте улыбнемся, но не будем при этом напрягать мышцы лица. Все остается расслабленным. Появляется внутренняя улыбка, которая просто льется изнутри. Ощутите, что дает вашей системе внутренняя улыбка, что она меняет. И сейчас делаем вдох, шевелим пальцами рук, пальцами ног, растираем ладошки. Теплыми ладошками проглаживаем лицо. Проходимся по волосистой части головы. От лба к макушке, дальше к затылку, прям массируем голову, затылок, затылочную область за ушками, шею сзади. Переходим аккуратненько на шею спереди, подбородок, перетекаем опять на лицо и тихонечко открываем глаза. Ну что, дорогие, вот наша практика есть. Как сегодня вы себя чувствовали? Что чувствовали, что ощущали, как у вас внимание удерживалось на конкретных участках тела, на каких хуже, на каких лучше, может быть, по-разному вы ощущали стороны, были ли отвлечения, было ли их много, да, потому что у меня, например, у соседей телевизор, и, в общем, прям хороший стимул был для практики, вот, но я быстро возвращалась к опоре. Посмотрите, пожалуйста, отрефлексируйте, что сейчас с вами происходило, как это было, и я буду рада, если после выложенного эфира вы напишите, как он у вас прошел, и что он вам сегодня дал, что он вам сегодня показал. Я вам желаю чудесного вечера или чудесного дня. Практикуйте, не забывайте, пожалуйста, можно утром, можно вечером, можно и утром, и вечером. Самое главное — практиковать, потому что если вы, например, какое-то время попрактиковали, а потом делаете очень долгий перерыв, то весь эффект, он обнуляется. Практика, она эффективна тогда, когда мы каждый день
по чуть-чуть хотя бы, но этим занимаемся, тогда у нас происходит такое, происходит системная работа, системная практика, которая по-настоящему начинает формировать новые нейронные связи и наши какие-то новые, ну, не привычки, но мы начинаем укореняться в практике. Наше внимание тогда становится более сильным, более ясным. А мы помним о том, что внимание – это канал движения энергии. Это, а энергия – это жизнь. И получается, что то, куда мы направляем внимание, туда мы и живем жизнь. И важно, чтобы мы направляли внимание осознанно, потому что очень часто мы думаем об одном, внимание убегает в этот момент совсем в другое место, мы получаем, хотим одного, получаем какой-то совершенно неожиданный результат, и в общем в жизни тогда можно, ее нельзя назвать на 100% осознанной, и вообще на самом деле она тогда живет автоматизмом, и мы ею совсем не управляем. Тогда кто же ей тогда управляет? Неужели наши травмы, наши маски, наши программы, наши концепции, которые в нас живут? Да? Вот тогда большой вопрос. Хорошо, дорогие мои, я вас крепко обнимаю. Мы с вами до Нового года еще увидимся обязательно и попрактикуем вместе. Завтра у меня на например, поддерживающие эфиры, тоже, наверное, будет практика, проведем практику в моем закрытом сообществе выпускников моих программ. Те ребята, которые проходят программы, они попадают в это сообщество, и там много всякой поддерживающей активности. Но сейчас, я думаю, вы все заметили, что меня стало как-то меньше. У меня очень много выступлений. Прям конец года какой-то очень активный на выступления, и знаете, мне требуется время, чтобы сохраниться, чтобы сохранить себя, чтобы восстановиться, потому что каждое выступление это прям серьезно, это серьезная отдача. И знаете, сейчас не хочется никуда гнаться. И хочется как-то остановиться и очень вдумчиво, прям внимательно, со вкусом прожить вот эти денечки до Нового года. И на самом деле, осознавая, что сейчас все будут дербанить ваше внимание, не хочется себя навязывать сильно и хочется быть поддержкой, поэтому в любой момент вы можете взять эфир, проделать его, он останется с вами, и просто напоминать вам о том, что мы сами несем, каждый из нас несет ответственность за то, что мы чувствуем, что мы ощущаем, какие решения мы принимаем, какие выборы совершаем. Это все наша собственная ответственность. Все, что с нами происходит, это тоже наши выборы, это тоже наша ответственность. И даже обстоятельства, которые с нами случаются, это тоже наша зона ответственности, потому что мы почему-то это выбираем, и существует причинно-следственная связь, и никто ее отменить не может. Мы пожинаем то, что породили сами. Мы есть и причина, и следствие происходящего в нашей жизни. Вот, поэтому мне как-то хочется вам тоже давать время на то, чтобы быть собой, чтобы рефлексировать, чтобы останавливаться, замолкать, делать паузы, спрашивать, а куда я иду, зачем я иду, а на самом деле, а с кем я иду, а для чего, ради чего. И чем чаще вы будете задавать себе эти вопросы, тем лучше. Все, дорогие, я вас обнимаю, все равно я начала что-то говорить, вот, обнимаю, и эфир сейчас выложу, жду вашей обратной связи.